Всем привет! Приехали мы на секретную деревушку, где раньше стояла деревня. Сзади меня она находится. Домики, домовые ямы, золото, серебро. Привет, ребят! Что привет, ты будешь привет. Сегодня? Золото, серебро? Ну, сегодня в основном, наверное, будет золото партии. Желтенькие кругляшки, убитые временем. Ну, посмотрим. Домов-то тут немного. 5-6 домиков. Не, ну это домики. Ну а там же еще землянки жили. Раньше землянки здесь стояли, земляные люди здесь жили. Да. И они теряли царские монеты тоже. Возможно, будем искать, пробовать. И первый хороший сигнал 42. Думаю, монетка. Глубоко. Глубоковато. А вот отсюда вижу. От шприца медицинского. О, хороший сигнальчик. Вот так вот, когда вы делаете, я там не рублю, мне лежит. Что-то интересное. О, слушай, у меня монетка. Офигеть. Ох ты, блин, а. 46-го, чуть ли не 45-го. А 45-е дорогие? Да. Находил, по-моему, ну дай посмотреть. Смотри. О, пятачок какой. Вообще, зачет. 46-й, ну. Классно, а то сейчас все выкопаешь, надо быстрее копать. Не успел даже включить камеру. Давай, я вангую, монета, 100%. Не, что-то никак монета. Я утром приезжал здесь, рассыпал все. Вот она. Смотри. Да тут монет, по ходу дела, слушай, Жень. Вообще куча. Ах ты моя красавица. 27-го поди. 50. 25-го. 51-й. 51-й год. У нас вообще 25-го нет. Ни рублей, ни копеек. Вот это место, вот это радует, а. Русь, мне кажется, здесь стоял этот трактир. Банк. Да ну, в то время какой трактир. 30-й года трактир. Не могу найти где-то. Тоже непонятно. Слушай, видишь, смотри, культурный слой какой. Да, конечно, представь, съезжали скотину. Тоже вот, не знаю, тоже вроде как монетка. О, сигнал изменился сразу. Вот, видать, на ребре лежало. Вообще, ребят, смотрите, какой культурный слой. Не могу понять. А, ну вот такое бывает, пластинка медная. А у меня что? Уже не монета, точно? Да ну. Я бы уже ее увидел, она у меня уже сквозь пальцы два раза пролетела. Ну, это, я думаю, может быть чешуйка. Откуда они у нас? У нас их в жизни никогда не было в Сибири. О, ну что-то или дробинка какая-то. Блин, пин же вот есть. Да ты что? Серьга золотая. Я вообще даже не знаю, что о, это. А это я знаю, что, пломба. Нет, а? Это какой-то кусочек дералюминия. А? С чего-то. Но без этого тоже никуда. Всю грязь забираю, весь хлам в карман.
Вот она. 100%. Прикинь, манитос. Шляпиндрос. Вот он, сигнал 30. Вот он, отсюда вижу монетка. Этот звук просто непередаваемый. Еще один пятачок. Ай да красота. Ай да Женя может. С почином. 100% монета. Нет, выкопал. Шпарить уже. А? Я говорю, ты шпаришь уже два пятака подряд. Руслан Валерьевич, опыт не пропьешь. Что вы? Это еще надо доказать. Давай, Вида. Эх, была не была. Я по твоим ямочкам пойду. Твоим мощным прибором ЗОЗО. Где ходила терка, там делать нечего ЗОЗО. Может быть. Не, ну все, еще как бы зависит от оператора. Ну что там? А я там еще и не ходил. Тут прям кирпичи не доходят. Не на этот дом стоял 100%. 100% стоял дом. Что-то. Что-то непонятно. То ли выкопал, то ли не выкопал. А вот проволока алюминиевая. Все, ходим на этом пятаке. Ребят, я просто в шоке. Сигналов куча. Тоже какой-то сигнал выкопал непонятный. Что-то непонятное. А, проволока алюминиевая. Берем. Ямочку закапываем. О. Ничего себе, сигнал. 46. 46. Не выкопал. Не выкопал. Нифига себе, глупо как. Ничего себе, слушай, уже на штык прокопал. Я нашел какую-то медную кружку. О. Сигнал 46. Стабильный сигнал. Прям тяжелая. Да, денек на тут рублей на сразу на 100, наверное. Че, где он? Что-то непонятно. Такой сигнал вообще. Да ё-моё. Не могу понять. О, вот это да! Все. Нифига себе! Я же говорил, что тут это не только советы. Смотри. Офигеть! Пятачок. Ну вот откуда он здесь? Не знаю. Конечно, конечно, пятачок стоит желать лучше, но Жень, это все равно находка. Не, ну это находка, ну что? Это старая монета, реально, ну. Пятак Николаевский. Сейчас мы его почистим наждачком.
О. Слушай, ну есть здесь. Ну, есть, есть монетки. Ну. Есть николашки здесь. Есть, есть. Класс. Ну, это николашка. Почистишь дом. Это, наверное, знаешь, вот, наверное, ну, под... Ну, посмотреть, как пищит. Под... О. Под углы, наверное, под бревна ложили. О. О, забери прямку. Бронзовую. Это что, пряжка? Конечно. Так, все, ямку закапываем. Офигеть. Тут, слушай, тут можно все лето копать. Да все лето нет, мы с тобой, я думаю, за два дня тут все выбьем. Надо успевать. Вот она, красотка. 28. Но обычно гильзач бывает и патрон. Либо патрон, говорю, и патрон. Нету. О, сразу выпало. 20-19. Сигнал поменялся. Сигнал поменялся. Алюминька. Оплавыш. Так, что нам тут Руслан кинул? Это от батарейки угольной. Сигнал то в цветнину, то в чернину. Не знаю, что здесь. Попалось, ну, что-то большое. Железо тут пресс. О, вот. Я еще говорил, что бывает еще лемеха звенят, как монеты. Вот такой вот выпал большой лемех. Ну, это я не знаю, наверное, с какого трактора. С плуга, наверное, с четырехкорпусного, либо с трехкорпусного. Вот эта штука, которая самозатачивается, называется сарамайт. Они не точатся, а самозатачиваются. Их наносят еще на заводе. А тут видно, что затачивали уже. Так что такой лемешок заберем. Интересный сигнал 40. Но это железо, это 100% вам говорю. Потому что показывает, что оно лежит сверху. Вот она, как и говорил. То ли от телеги конской, либо от крынки. Когда одевали, скорее всего, от конской телеги обод на колесо железный ставили. Берем. Походу, как монетка. А может быть и не монетка. О, отсюда вижу, ребята. Смотрите, пуговичка. Российская армия. Солдатская. Ой, это российская, я говорю, советская армия. Серп и молот. Зашел на бугорок. 22-24. Ничего себе. Смотри, какая-нибудь алюминька. Непонятно, где она есть-то. Находка-то это. Ну-ка.
Вот она. Смотрите, ребята. Снова монетка. Ну-ка, что это у нас за монеточка будет? Николашка, вижу. Николай Первый. Это, наверное, 1/2. Ну, сохран такой подубитый маленько, но ничего. Находочка, приятно. Положим в мыло, пусть киснет. 34. Четкий сигнал. Ну, даю 200% монета. Прям 200%, ребят. 200%. Ну, как говорится, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Ну, звук монетный. Вот он. Даже наушники отключу. 36, 38, 40. Монетосик. Ага, монетосик. Гильзач. 16 калибр. И год у нас. Так, 16 год. Непонятно, не видно. Плохо датируемый. Ну ничего. Не все коту масленица. Идем дальше копать. О, сигнал. Ни хрена себе. Сигналит. Наверное, железо какое-нибудь. 40, ребята, вообще 40. Ровный звук. Ну, тут даже чуть-чуть перегной. Земля рыжая какая. Ой, ему где-то выпало, что ли. О, еще одна монетка. Ничего себе. Отлично, отлично. Даже не могу сказать, что за номинал-то. Ну, это, наверное, копейки две, наверное, николаевские. А может быть, сибирка. Не знаю, не знаю. Ладно, потом помоем, посмотрим. А может быть, деньга старая. Короче, как говорится, вскрытие покажет. Руслан, тебе попробую, тебе помочь золото серебром выкопать или что здесь? Слушай, монеты, но они в корнях. Да ты что? Вот одну поднял, вот пищит, как монета. Ты уже одну поднял? Да, вот сейчас пятак такой же, как ты 46-го года. Не могу выкопать ее и все. Лопатка. Ну слушай, смотри, домик это стоял. Это не дом, это скорее всего... Баня. А ну ты что, такая ямка? Вон дом стоял. Вот скорее всего баня какая-нибудь. А это ямка, где хранили картошку тут, они запасы свои. Ты смотри, а. Ну это 100% монета. Я ее копаю уже тут. Да я вижу, я думаю, на помощь прийти. Думаю, если склад, то пополам делится же. Конечно. Слушай, у меня уже ее сил нет выкапывать. Где она есть? Ну, сейчас выкопаю. Сейчас под этими корнями. Ой, неужели. Вот, ну-ка, дай я своим мега-супер прибором, терочкой. Да то же самое, что и трак. Это два, на одной базе. 24. 22-24. Все собирается, Жень. У меня лабовские приборы, почему я по ним и пошел дальше. Я у них понял, как что. Итак, что я выкапывал полчаса? Охренеть. Я полчаса выкапывал вот такую штуку. Не, ну звенел же как советик. Да, как советик. Яма его. Че, может, чай пойдем горячий попьем? Сейчас, подожди, я вот тут еще тропиночку обсмотрю. Ну давай. Пойдем попьем, похвалимся находками и попьем чайку горячего. Были вот на таком шикарном месте, вернее, были и будем, и еще, может быть, прибудем. И по находкам. Так, находки.
Так, черная сумка. Это мужик скакал на коне, обронил. Шучу, Руслана. Руслану такой кран нашел замечательный. Самовара целый. Вообще, самая такая прям находка из всех. У него раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь монеток. Седьмую монетку подарил мне Русик. Вот она, эта монетка. Вот он семь штук нашел. Также различный мусор присутствует. И по моим находкам выкопал я лемех. Различный металломусор. Русик мне подарил также топор. Он знает, что я вот всю такую металлопластику, какую металлопластику, железопластику обожаю. Ну и по монетам. Монеты у меня получается. Так вот, Русик тоже колечко мне подарил. Пуговичку. Вот такую гирьку нашел. Камешек выпал. Раз пятачок. Два пятачок. Так, где-то монетка выпала. Вот она, Николая II. Одна копейка. Пятачок. Ну вот это не датируется тоже пятачок. И советская пуговичка. Вот такой весь наш хабар. Где-то ориентировочно. За сколько, наверное, часа три, да, мы ходили? За два с половиной. Ну, где-то часа два максимум. За два часа. Нафига? У меня плиточка есть. А, да на плиточке мы не сможем. Да ну ты чё, вот а такая. Как тогда две банки? А, ну давай. Ну, у меня и сковородочка есть, все там есть. Черный копатель! Да, да ну! Нифига! Там трактор. Здравствуйте, черный копатель. А что? Спалился. Ну, спалился. Ну, поехал нас, не позвал никуда, блин, а. А вот, ребята, встретили мы конкурента. Конкурент Денис. Приехали мы на свою старенькую деревушку. Думали, никого не будет. А вот она. Конкурент. Хвались, что пока нашел. Да ничего, еще я только вот 5 минут буквально. Да какой 5 минут? Ты что, тут уже столько ям? Да. Ну, много. Да ну, ничего еще нет. Да, а Денис. В другом кармане, попрыгай, ну-ка попрыгай. Да нету никаких. Попрыгай, извинят, нет. Это вот этот пес меня в прошлый раз укусил? Он всех кусает, он мужику тут вот вчера или позавчера руку прокусил прямо насквозь. Мужик только за металлоискателя, он его хватит. Ты что, друг? Если не будет металлоискателя, Денис не будет ездить на коп. Если Денис не будет ездить, значит собака будет сидеть дома. Он умный. Ты его привяжи, вот этого умного. Лопата я, лопата вот фискарь, я его прикопаю, если только... Я позавчера... Он меня за ногу сзади как хапнул, прикинь. Я пропустил позавчера ногу. 7 монет здесь взял. Каких? Да ну, советики цари Николашки. И медные 20 копеек царских. Понятно. Фальшак. Фальшак? Ну, медные 20 копеек царских. Ну. Посеребрённые. Офигеть. Прикольно. Дорого стоит. Может быть. Ладно, Дениска. Пойдем посмотрим, что там дальше проедем. Сейчас здесь покопаем, здесь когда-то... Тоже домики стояли, но здесь поле выбито, перевыбито практически все. Да не все, а 100% выбито. Вот осколки от глиняной посуды, керамика валяется. Но единственное, что здесь радует, что травы здесь нету. Вот такая небольшая стерня. Наверное, поле в этом году будет отдыхать, а так оно постоянно перепахивалось. И постоянно здесь были находки. Первый сигнал подозрительный на поле. Захлебывался. Ну, это железо. Это 200% железка. Ржавая. Вот она. Вижу отсюда. Вот она, видите? Деревенский быт. Здесь все-таки был. Вот она, красотка, лежит. Монетосик. 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 Какая-то бронзовая хрень.
Ну, тоже находка. Идем дальше, копаем. Что здесь опять у нас будет? Какая-то прищепка бронзовая, древняя, скифская. Так, ну и сегодняшний день у нас подошел к завершению, так же как и наш коп. Накопал я монеток 1, 2, 3, 4, 5, 6. Конинка, вторая конинка, колечко Руслан мне подарил. Это вот выбивали, делали колечко. Солдатская пуговичка времен СССР. Пуговичка гирька, колесико часового механизма. Ну и такой этот патрон с Мосинки. Рогалик, ну, пригодится в хозяйстве. И Руслан по находкам. Руслана. Так, что по монетам? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Ну, все-таки зузошка цепляет. Отлично, мелочь. Ну, как говорится, многолетний опыт. Не пропьешь. Да, совершенно верно. На этом всем спасибо, кто смотрел. Кому понравился наш совместный коп, ставьте лайки, ребята. Подписывайтесь на канал. Я думаю, с Русланом мы еще... И не только на коп съездим, а еще съездим мы с ним на рыбалку. Всем до новых встреч уже на следующей рыбалке. Всем пока. О, какая штука лежит. Ни хрена себе. Кто-то выкопал, забыл. Берем. Отличная штуковина. Прям зачетная.